Телерадиоканал «Страна FM» представляет программу «Зарубежка». Музыкальное путешествие в прошлое. Самые горячие иностранные хиты и новинки. Ведущий Влад Кутузов. Слушай, смотри. Категория 12+. Всем большой привет, друзья. Говорит и показывает телерадиоканал «Страна FM». Как всегда в этот день и именно в это время вашему вниманию очередной выпуск программы «Зарубежка». Меня зовут Влад Кутузов, и сегодня я предлагаю нам с вами отправиться в год 1992. Это было прекрасное время, которое подарило нам огромное количество удивительных песен. И самые лучшие из них мы с вами в ближайшем часе увидим и, конечно, услышим. Итак, делайте громче. На старт, внимание, поехали! Зарубежка. Ну а начать зарубежку традиционно предлагаю с абсолютно новой песни. Особенно возрадуются прямо сейчас фанаты и поклонники британского культового коллектива Oasis. А может быть и наоборот его противники. Потому что у нас на очереди совсем свежая работа от Лиама Геллахера. Осенью выходит в свет его сольный альбом, ну а пока первый сингл с него. Давайте послушаем, посмотрим и, конечно, заценим. Итак, Лиам Геллахер и песня «Wall of Glass». Огонь недели. Сегодня у нас в зарубежке будет много бодрой гитарной музыки и много потрясающих и проникновенных баллад. И вот последний давайте оставим все-таки на попозже, а начнем как раз с очень драйвовой вещицы, которая была записана в том самом 92-м году. И исполняет ее, как это ни странно, исключительно девушки. Но делают это настолько убедительно, что им по-настоящему веришь. Квартет N-Vogue до сих пор является одной из самых успешных и популярных женских групп всех времен. И лишним подтверждением всего вышесказанного
сказанного является вот этот совершенно бомбический трек под названием «Free Your Mind». 90-е. Напомню, мы с вами, друзья, сегодня исследуем поп-музыкальное пространство 92-го года. И тогда, надо признать, все было очень ярко, очень пестро и периодически очень и очень неожиданно. Но кто застал то время в уже более-менее сознательном возрасте, наверняка помнит совершенно волшебных мальчуганов из проекта «Крис Кросс». Мало того, что они сами по себе были действительно очень прикольными, у них была одна штука, которая отличала их от всех остальных. Все дело в том, что всю одежду парни носили исключительно задом наперед. Ну, прославились они, конечно, не только этим. Самый известный их трек назывался «Jump», и прямо сейчас я вам предлагаю его вспомнить. Итак, «Крис Кросс» и песня «Jump». 90-е. So fly, a young love.
coming off wet. And for all your suckers that don't know, check it out. Some of them try to run, but they can't run like this. Some of them try to run, but they can't run like this. В самом начале программы, друзья, обещал я вам баллад удивительных, и их есть у меня, что называется, прямо сейчас. Песня совершенно трогательная, потому что она о самом главном в нашей жизни, то есть о самой жизни. И, кстати, это тот случай, когда, несмотря на то, что композиция сама по себе произведение искусства, все-таки надо смотреть клип. Он заслуживает отдельного внимания. В 92-м году, когда я его в первый раз увидел, на меня очень произвело все это впечатление. И очень бы хотел все это повторить. Ну и прекрасно, что такая возможность у нас с вами есть. Итак, не просто послушайте, но и посмотрите. Shakespeare's Sister и песня Stay With Me. 90-е. If this world is wearing thin and you're thinking of escape, I'll go anywhere with you. Just wrap me up in chains. But if you try to go alone, don't think I'll understand. Stay with me. Stay. Зарубежка. А на очереди у нас еще одна совершенно потрясающая баллада с таким очень некоротким названием «Have you ever needed someone so bad?». В данном случае постарались теперь уже легендарные рокеры из Шеффилда, группа Def Leppard. Кстати, в этом 2017-м музыканты бурно отмечают 30-летие выхода своего знаменитого альбома «Истерии», который оказался, ну, наверное, самым удачным в их карьере, и который они записывали по нынешним меркам очень и очень долго, друзья, целых 3 года, но оно того стоило. Но все-таки речь не об этом. Мы с вами, напомню, сегодня слушаем и смотрим лучшие песни 92-го года. И вот тогда у Def Leppard вышел удивительный медляк под тем самым названием «Have you ever needed someone so bad?». 90-е. Here I am, I'm in the warm bed again. It's a game I don't
Зарубежка. У некоторых групп существуют такие песни, которые знают абсолютно все, из-за которых все думают, что все остальные песни тоже примерно такие же. И это как раз случай коллектива The Cure. У них, конечно, есть и другие веселые песни, помимо Friday I'm in Love. Но все-таки поклонники по всему миру полюбили их совсем не за это. За что я рассказывать не буду, потому что это очень длинная и интересная история, и сокращать ее не хочется, а времени у нас не так много. Давайте лучше продолжим наш обзор самых популярных песен 92-го года. И несмотря на все вышесказанное, этот трек занимает в нем более чем достойное место. 90-е. Зарубежка. Всем еще раз огромный привет, говорит и показывает телерадиоканал «Страна FM». В эфире программа «Зарубежка». Меня зовут Влад Кутузов, и мы с вами продолжаем слушать и смотреть самые мощные, самые популярные, самые известные хиты 1992 года. Но если говорить не только о песнях, но и о видеоряде к ним, то тогда, 25 лет назад, было сделано огромное количество очень ярких и, может быть, не совсем стандартных клипов. Но, например, друзья, раньше никто не снимал в главной роли самого настоящего варана. И, по-моему, группа Genesis сделала это первой. Все же помнят их бессмертное творение под названием «I Can Dance». 90-е. Standing here
perfect face. Mm-hmm. На очереди у нас еще одна из трех подготовленных мной для сегодняшней программы новинок. Это молодая певица из Соединенных Штатов, которая, несмотря на свой юный возраст, уже успела стать настоящей суперзвездой. Девушка обладает очень необычным тембром голоса и запоминающейся внешностью. Ну, то есть у нее есть абсолютно все. И это все привело к известному результату. Итак, давайте уже ближе к самой музыкальной новинке. Это Bebe Rexha и песня «The Way I Are». Огонь недели! I'm sorry, I'm not the most pretty. I'll never, ever sing like Whitney. Ooh, ooh, ooh. But I still wanna dance with somebody. Don't you? So let's let our hearts bleed till they turn to rust. Somebody, I just wanna dance with somebody. I just wanna dance with somebody. I just wanna dance with somebody. It could be anybody. Tell me, are you that somebody? Don't matter who you are, just love me the way I am. I just wanna dance with somebody. I just wanna dance with somebody. I just wanna dance with somebody, but I could never ever dance like Bobby. You could dance, I'ma watch your body. I just wanna stand right behind it. I just wanna chance with somebody. Pop a couple Zans with somebody. Every time she dances, exciting. Throw a bunch of bands, don't get tired. I'm the god, I just wanna goddess. Gotta use a bedroom for a closet. Got a whole bedroom on a private. I know her body inside out science. Kiss both boobs right before I sign them. Can't dance but kinda. Yeah, I'll be right behind her, spinal. We could turn this dance floor to an island. I just wanna dance with somebody. I just wanna dance with somebody. It could be anybody. Tell me, are you that somebody? Don't matter who you are, just love me the way I am. I just wanna dance with somebody. I just wanna dance with somebody. Bloody noses, speeding. Is desperate highs. Roll it up cause we so ill. Heaven knows we love the thrill. No, I don't wanna play the part. I just wanna dance with somebody. 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 Зарубежка.
Этот пианист, певец-композитор, ну, наверное, и шоумен, является одним из самых титулованных музыкантов вообще в мире. Все регалии, звания и награды перечислять не стану, это долгая история. Достаточно сказать, что он один из немногих, кто удостоился высокой чести называться не просто по имени с фамилией, а все это произносится еще и с приставкой «сэр». То есть ему был присвоен титул рыцаря-бакалавра, хотя на рыцаря человек, конечно, не совсем похож. Но это, естественно, музыкант со сложной и фантастической судьбой, с удивительной и красивой музыкой. Это Элтон Джон собственной персоной. Встречайте его прямо сейчас. Год 1992. Песня называется The One. 90-е. So you're dancing up the ocean, running fast along the sand. A spirit born of earth and water, fire flying from your hands. In the instant that you love someone, in the second that the hammer hits, reality runs up your spine, and the beast is finally fed. Chances breathe between the silence, where sex and love no longer jail. Oh, for each man in his time is king. Like freedom feels.
Зарубежка. Продолжается Зарубежка здесь, на стране FM. И сегодня, напомню, мы с вами вспоминаем суперпесни, которым в этом году исполнилось ни много ни мало, четверть века. И, как я уже сегодня говорил, в начале 90-х было просто огромное количество клипов, которые запомнились всем не менее самих песен. Ну, например, знаменитое видео на композицию Джорджа Майкла под названием «Too Funky». Но это же то, что мы сейчас совершенно заслуженно называем классикой жанра. И немаленькую роль в этом всем сыграли самые популярные и самые дорогие тогда всемирно известные фотомодели Ева Герцогова, Линда Евангелиста, Надя Ауэрман и многие другие. И это, друзья, реально было очень и очень круто. 90-е. Безусловно, год 1992 стал таким прорывом и, наверное, пиком сольной карьеры для Эни Ленокс. И именно тогда вышел ее первый альбом, который носил скромное название «Дива». Ну, что, кстати говоря, было абсолютной правдой, было и остается по сей момент. Напомню, что к началу 90-х легендарный коллектив Eurythmics фактически прекратил свою творческую деятельность, хотя об официальном разрыве никто из музыкантов не говорил. Но, тем не менее, каждый занялся своим делом. Дэйв Стюарт пошел в одну сторону, Эни Ленокс в другую. В итоге она выпустила 5 сольных альбомов, ну а мы послушаем прямо сейчас удивительную песню с первой пластинки. Называется она «Why». 90-е.
Зарубежка. Зарубежка. Я, конечно, не мог позволить своему эго признать, будто мы настолько велики, что заслуживаем так много внимания, но я знал, что наша музыка лучше, чем 90% групп, работающих на коммерческом уровне. Я знал, мы в 1000 раз лучше, чем все эти Guns N' Roses или Whitesnake или что-либо еще. Именно так, друзья, 25 лет назад рассуждал человек, имя которого теперь знает абсолютно все. Человек, который стал иконой еще при жизни. Человек, который 25 лет назад поменял музыку окончательно и бесповоротно. Конечно, это Курт Кобейн. И без Нирваны 92-й представить просто невозможно. Потому что именно тогда появился тот самый альбом Nevermind, который и перевернул весь мир с ног на голову. Вышел он, на самом деле, в сентябре 91-го, но вся слава свалилась на него как раз год спустя. И я предлагаю, друзья, сегодняшнее музыкальное путешествие в начало 90-х закончить именно этой песней. Итак, Нирвана и Smells Like Teen Spirit. 90-е. Ну вот и все на сегодня с 92-м годом. Отличное было время, кстати, говорю вам как человек, который его хорошо помнит. Но, как известно, в каждой эпохе есть свои плюсы и минусы, потому что в природе все стремится к гармонии. Это, друзья, прекрасно. В финале сегодняшней зарубежки еще один свежайший, легкий, конечно, летний трек, и клип на него такой же. Так что у нас все абсолютно в тему. Лето, друзья, продолжается. Итак, встречайте новичков Джонас Блю и Уильям Синг и песни под названием «Мама». What should we run to? We got the world in our hands and we're ready to play. They say we're wasted, but how can we waste it if we're loving every day? Okay, I got the keys to the universe, so stay with me, 'cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back. We got it.
ticket that takes us wherever we like. We got our problems, but just for the minute, let's push all our troubles aside. Alright, cause we got the keys to the universe inside our minds. Yeah, we got the keys, baby. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back, so we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where did it all go, cause we'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hey mama, don't stress your mind, we coming home tonight. Hey mama, we're gonna be alright. Dry those eyes, we'll be back in the morning stress your mind. So mama, don't stress your mind. Don't stress your mind. Hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Ooh. Hey mama, we're gonna be alright. Dry those eyes, we'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind. Ну что же, друзья, час пролетел, все задуманное на сегодня я вроде как осуществил, а значит, самое время сказать вам всем большое спасибо, что, как обычно, надеюсь, по традиции, были здесь с нашей прекрасной компанией. Ровно через неделю снова отправимся в прошлое, заглянем в какой-нибудь интересный год и посмотрим, какие песни были популярны тогда. Так что ни в коем случае не пропустите. Итак, встречаемся ровно через 7 дней. С вами была программа «Зарубежка» и я, Влад Кутузов. Смотрите и слушайте «Страну FM». Пока, бай, чао. Зарубежка.